Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Бурито Бизон. Так, сейчас это Бертаник у нас получит. По щам! Есть, получил! И теперь мы будем по мишкам этим желейным прыгать и зарабатывать деньги. А денег надо очень много, чтобы что-то открыть. Много чего. О, получились бочки. О, бочки закончились. И мы играем сейчас с медовыми желейными мишками. Бочка была рядом. Ну ладно, ничего страшного. Давай, прыгай. Еще немножко осталось. Ой, давай. Опа, ракетка. Хорошо. Оп, прыжочек. Ой, вармишка. Давай, до вармишки дойдем. Или нет? Ах, вармишка слишком далеко. Ладно. Сбил в общей сложности 10 мишек карьеришек. У нас только 7. Мы только 7 сбили. Ладно. Что у нас по деньгам? Сколько мы заработали? 900. Неплохо. Неплохо. А, на нас вышли бок. Сейчас получишь ты, Бертаник. На, получи последний удар. И мы заработали 280 монет. Опа, нифига, сразу зарабатывать деньги. Девчонка молодец, она прям мне нравится. Она просто зарабатывает деньги и все. А Бизончик у нас тут не очень. Деньги зарабатывать. Фига, какой удар, молодец. Она вообще пробивная девчонка. У нее такие сверхспособности. Давай, прыгаем. Что ж такое, скорость падает. Ох ты. Карьеришка, молодец. О, молодец. О, этот дядька, смотри, сверху. Я уже забыл, как его зовут там. Опа, прыжок. Раз, два, три. И мы стену не смогли пробить. Все, ладно, ничего страшного. Заработали мы аж почти что 2000. О, 2200. Вообще неплохо. Вообще нормально. 5000 монеток. Так, давай. Опа, получай, Гарри, в бабочке. Прыгаем. Бизончик. О, бизончик. Давай. Надо его бизончика прокачивать, слушай. Бизончика мы прокачаем обязательно с вами, ребята. Давай, прыгаем. Бомбочка, не успели. Пробиваем. И здесь мишек тоже всех зарабатываем. Опа, в бочку, нам нужно в бочку попасть. Все, по бочкам у нас вроде бы получается. Так. А, Гендальф. Что-то... Он мало попадается. Мы его аж за 15 тысяч купили, офигеть. Гендральфа. А он нету. Где Гендральф? Ах ты. Лучше бы этих полицейских прокачали, наверное. Ну ладно. Сколько? 1000? Ну, 1500. О, 1600. Мы можем что-то купить. Давай посмотрим, что мы можем купить. Реактивный удар. Ну, давай купим, попробуем, да? Попробуем реактивный удар. Как будет с этим реактивным ударом? Так, у нас девчонка. Девчонка сейчас играет. Опа, вот это ударчик. А, у нее тоже реактивный удар оказывается, да? Это у них у всех реактивный удар, не только у Бизона, а? Нифига, что с ней случается? Она просто прыгает. Нифига, тут скорость нормальная. У нее же тоже, да, какой-то реактивный удар или нет? Ну, я вижу у нее там какой-то реактивный удар. О! Ах, не туда попал я. Ладно. Ну, смотри, нормально прям стало прыгать, да? Мне кажется, лучше. Но если это сейчас до стены дойдем, значит лучше. О, бочки. О, не туда я прыгнул. Ух ты. Да, до стены мы долетели. Значит, реактивный ранец сработал. Да? Реактивный ранец нам помогает. На, получи. Есть, хорошо, прям ударчик. Так, ну вот этого в основном, вот эти реактивные, точно есть ранец. Вот мы его прокачали. Давай, прыгай, бизончик. Давай, молодец. Смотри, какой удар будет. Опа, пробили стену. Давай, опа, хорошо. Надо все-таки удар прокачивать. Чтобы мы могли мощнее их мочить. Этих ребятушек. Ой, вот этот самый чувак. Вот он, Гендальф, давай. А, Гендальф. Так, я не понял, как сам Гендальф, он надо. Либо очень быстро сразу нажимать чтобы стрельнуть в него этой, как его, звездочкой. Так, давай на свой шлепок. Раз, два, три. Получи. Вот это у него удары мощные, 160. Вот не сильно много, конечно, 160. О, вот, давай. Попали мы в него? Или что? Заработали мы? Так, я не понял. Нифига, она прыгает, смотри, а.
Молодец. Давай, ракетка. О! Давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Ой, давай, вармишка, вармишка. А, не вармишка, а этот. На ракете, как его там зовут? Мишка-карьеришка, вот, точно вспомнил. Ага, сколько? Сколько денежек? 1100, неплохо. 1100, конечно, хочется уже и больше. Так, давай, стукаем вот так Бертанику, хорошо. Опа! Деньги сразу заработал, молодец. О, давай эту перчаточку. Раз, два, три. Взрывок, прыжок, ракета. Давай, 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 пробили стену. И тут, ребят, медовых медведей мы сейчас будем ловить, хватать. Ой, хорошо. У нас даже, смотри, серебряные монеты выскакивают, ты понял? Ну, вот есть такие вот коричневые. А есть как-то почему-то, не знаю. Ой, давай, Гэндальфа. Есть, попали в мешок. Мы что-то сделали, да? С Гэндальфом. Ну, прикольно. А, что-то открыли мы, смотри. 1000 монет. Офигеть. Ну, не сильно много, конечно, ну да ладно. Итого у нас уже 5700. 5700. Хорошо. 5700, неплохо. Так, сейчас его стукаем. Опа, нет, не успели. Я так и думал, что не успеем. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой, что такое? Что с тобой случилось? Давай-давай-давай-давай, работай. Деньги зарабатывай. О, раз, два, три. Опа. Играем теперь в эти сундучки. Ух ты, много денег, смотри, собрал. Ах, она, смотри, в стене застряла, да? Не смогла пробить. 673 монетки. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Итого 6400 у нас. Так, этого надо стукать, знаешь, когда он так сделал. Опа, и стукаем. Хорошо, успели. Опа, летим. Какие у него штаны крутые, да? О, что-то падает. Давай, 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 давай. У тебя есть силы. Полицейский залез. Давай, мишки. Бомбочка, отлично. Ой, бочки, бочки. Мы не успели захватить, но ничего страшного. Так, медовые мишки. Полицейский, ах ты гад. Смотри, что творит. Да, ну ладно. Сколько? 300 монет. А, что так мало-то? Что так мало? Что 300 монет всего лишь? Так, давай стукаем. Вот, вот она вообще стукает нормально. Опа, нет. Мы поспешили стукнуть. Ладно. Понятно теперь, когда стукать. Вон Гэндальф летал. Да, 15... 22 тысячи мне Гэндальф стоил. Офигеть. А он такой бестолковый оказался. Нам надо будет шоколадного... На шоколадного зайца копить, не знаю. Все, что-то я этого шоколадного зайца все хочу, да не могу купить. Все, что-то мне другое что-то хочется. Потому что на него копить долго. Долго на него копишь. Копишь долго, а все равно время проходит, и что-то хочется новенькое. Все. Сколько мы заработали сейчас денежек? Сейчас посмотрим. 1180. Прям, ну она вообще прям конкретно больше зарабатывает денег, чем Бизон. Бизон, ты не обижайся, но так оно и есть. Прыгай, прыгай. О, 30 монеток. Ну, там мало. О, давай, давай, вармишка. О, не вармишка, карьеришка. Вот это я хочу, вот это, прыгалку. Раз, два, три. О, что-то как-то не то самое. Не получилось мне. Ну, ладно. Вот, видишь, серебряные монеты. Откуда они вылезли? Давай, 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 давай. Вот этого, давай, еще, еще одного. Ой, хорошо. Давай, бей их, ты чего не бьешь? Силы, потому что у него слабые, слушай, да? Он только одного может пробить. Надо прокачать силы. Силу. А где там сила прокачивается, я уже не помню. Сейчас зайдем в магазин, быстренько посмотрим. Так, упругие канаты. Реактивный ранец. Отскакивание. Спидометр увеличивает твою предельную скорость до следующего уровня. Хорошо. Это тоже надо бы развить. Скользкий лосьон. Не теряй скорости при приземлении. Это вообще классная штука. Знаток вкуса. Сохраняй скорость при приземлении на желейных мишек. Сохраняй скорость на приземлении на желейных мишек. Так, понятно. Карманник. О, 56 тысяч, очень дорого. Удача. Лакомства будут появляться чаще. Какие лакомства? Я что-то их и не заметил. Вот, бодибилдинг. Наноси больше урона противникам, чтобы быстрее их победить. Вот этот нужно бодибилдинг будет развить. 8700. О, да мы сейчас купим бодибилдинг. Слушай. Вот, смотри. Опа, есть удар. И эта девчонка, она мне принесет денег. Это 100%. Ох ты.
Вот, она-то точно принесет денег, и мы можем... Ой, давай, что-то прыгает не очень хорошо. Скорость, потому что большая, наверное. Вот уже 200. Ну все, мы уже купим удары эти. Тогда мы больше мишек будем уничтожать. Вот, серебряные пошли, смотри. Нормально. Бочки. О, что-то не туда. Надо следить за этой бочкой. За второй. О, все, влезли в стену. Сколько денег? 1800. Идем в магазин, и здесь у нас открылось... Конечно же, мы откроем бодибилдинг. Да, да, да. Посмотрим, сколько медведей я смогу мочить теперь. Вот, бертаника мы фигачим. Ох ты, смотри, сколько там. Все равно по одному, да? А ну-ка. Что, лучше стало, нет? Ну, мне кажется, что-то улучшилось в любом случае. Ну, хотя бы скорость, смотри, какая бешеная стала. Ну, что-то улучшилось, это точно. О, давай, 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 давай. Вау, спасибо, спасибо. Идем дальше. Да, что-то, да, улучшилось, это точно. Ой, хоть бы на полицейского. Нет, второй точно мне сейчас пригасит. Пригасил, пригасил. Ну, что-то уже лучше становится. Да. Сейчас на девчули попробуем. Посмотрим. Так, давай мы тебя сейчас сделаем. Вот, удар есть. Нифига она наносит удар, нормально. Прям мощнее стал, смотри. Да, она их лучше мочит, смотри. Она их разбивает прям нормально. О, как вылетело, смотри. Да, сейчас скорость, смотри, намного улучшилась. Быстрее стал. С помощью этого удара, да, волшебного. Ракетка. О, перчатка, спасибо. Раз, два, три. Опа. Хорошо, давай, денежку, денежку. Ах, денежку мы не взяли. Ну, ничего страшного. О, бочки. Опа, ладно. Проворонил я. О, есть, попали мы в него, да, один раз. Ох, нифига, нормально, прям вообще клево, прям очень быстро все было. 1500 монет, офигеть, круто как. Так, давай, мы тебя сейчас стукнем. Сейчас, подожди. Поехали. Ох, нифига, у него и удары стали мощнее. Мы стали вот этих вот ребят гасить быстрее, я досчитаю. Во, прыгаем, прыгаем. Да и скорость, смотри, какая нормальная. О, вармишечка, спасибо. Бочки, бочки не успели. О, давай, давай. Надо еще нам прыжки увеличить. Чтобы выше прыгали. Давай, давай, давай. Ой, да что ж ты такое? Давай, давай, давай. Прыгаем, 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 прыгаем. Давай, 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 давай. Ракетка нас спасла, смотри. Ракетка нас спасла. Ну, не сильно, конечно, но все равно. Давай, давай, давай. Еще немножко. Ой-ой-ой-ой, до птички не долетел. Все, силы закончились у меня. Ох-ох-ох-ох-ох. Да, ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилась вам игра или не понравилась. Играете вы в нее или не играете. Какие игры вы хотите увидеть в дальнейшем на канале Duda Play. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.